Всем привет, ребята! Сегодня я расскажу, что будет на 100 подписчиков. Сразу говорю, будут влоги. Походу, они будут чаще выходить, чем игры. Да, главное мне с этими влогами не переборщить. Хотя, какая разница? У нас есть... На заднем фоне я играть буду. Влогов вы поняли, что нового вы уже сами видите. Я это решаю сам. Я каждый раз. Я думаю, вы понимаете, что будет хоть что-то новое. И будете ждать, что бы я снял больше видео о влогах. И о другой теме. А то мы только снимаем одни игры. Даже на заднем фоне у меня сейчас идет игра, которая меня сейчас очень сильно орет. Я так хочу просто делать что потише. И вот. Скоро будет эта правда. Мы скоро будем влоги, а дальше нужно будет и сами видеть. Потому что объяснить все, что я буду, трудно, потому что я могу делать все. Если что мне понравится, просто я буду делать, что мне нравится. Что мне не понравится, и вам не понравится. Это же буду я сам это исправлять и буду делать, ну, по-другому. Фух, я не знаю. Я только знаю о влогах, но, короче говоря, будет у меня на канале или нет, я не знаю. Напишите в комментариях, нужно мне, короче говоря. Если не надо, то и не надо. Потому что не я решаю, а вы решаете, что вам нравится больше всего, что мы и снимаем. Что не нравится, мы то не снимаем. Это ваше решение, снимать или нет. Потому что я думаю, то есть какие штучки, которые вам не нравятся, снимать или нет. Некоторым не нравится, некоторым не нравится. Ну, это кому как. Поэтому, ребят, это уже ваше дело. И я к этому делу вообще не прикасаюсь. Вам нравятся игры, как я снимаю, я их снимаю. Нравится не заснимайся челлендж, я его тоже снимаю. Я делаю это, что вам нравится. О том, как я провел лето, ну, типа, короче говоря, не знаю. Я буду делать все, что вам только нравится. Что-то не нравится, я стараюсь как-то исправить ошибку, и вы просто ее напишите, я ошибку исправлю. Да, я ошибку исправлю, и... типа, как, что вам не нравится, только вы пишите, пожалуйста, что вам не понравилось. Может, вообще не снимать вот эту штуку, которую я могу снимать. Или вообще, вот это, типа, да, тут, просто, типа, подделать немножечко, и все. Я делаю только ради вас. Я не делаю себе все по самостоятельному. Я делаю все, что вам именно нравится. Вы писали то, что нравятся игры, я игры и снимаю. Фух, да, скоро у меня появится второй канал, потому что у меня уже планшет появился. И что? Получается, у меня уже планшет, и у нас будет второй канал. Потому что тот не читается, потому что на нем не будет видео. Но это и так сойдет. Но запомните, не я решаю, это вы решаете. Если вам правда не понравилось, то давайте просто так скажем, типа, надо мне это записывать или просто исправить. Об этом вы уже поняли. Говорить мне больше нечем, потому что вы уже поняли.
что у нас будет, ну, более-менее какую-то немножечко, они вы уже поняли. Я думаю, то, что вам будет нравиться то, что я снимаю. Я не хочу, чтобы у меня были дизлайки и там. Ну, это мечта всех ютуберов, но я не ютубер. У меня только, ну, 80, не знаю, сейчас не смотрел, но я не знаю, что мне даже сказать, что будет на 100 подписчиков. Только могу сказать одно, влоги, ну и все, наверное, я могу сказать, потому что я не знаю, что я еще могу сказать. Но сказать могу еще, что, скорее всего, могут быть, короче говоря, да, я вам могу так сказать, потому что, может быть, такое и будет. Это главное, пишите, хотите вы, короче говоря, и влоги. Потому что это, как же, опять же говорю, это ваше дело. Вот, да, что мне бы еще сказать? Ну, что, если Майнкрафт у меня получится снимать, я буду снимать Майнкрафт. Но если вам это хочется, я буду снимать то, что вы хотите. И поэтому просто я сказать мне нечего. Короче, всем удачи, всем пока.